Так, ну давайте тогда быстренько сейчас туда доедем до точки назначения, не будем хоть медлить, как Street Racer туда доберемся. Ну как, это в принципе далеко. Это опять вот то задание, конкет какой-то. Это угнать, ой, да? А, нет, заберите доминатор. Да, доминатор, блин, название такое. Доминируй, уничтожай. Пашка, доминатор 228. Так, ну потихоньку сейчас будем подъезжать. Блин, вы что-то какие-то вы резкие, слушайте. А мы что, все на отдельных машинах едем? Да, мы, знаете, прям как в каком-то форсаже, короче. У каждого отдельная машина. Вот этот Пола Уокера, Вин Дизеля и Дуэйна Скалы Джонса не хватает, полное погружение было. Кстати, я уже вижу, где находится эта машина, я уже подъезжаю. Вас там ждать? Да. Лучше. Хотя, я не знаю вообще, есть смысл. Если на четырехдверной, давайте все в одну тачку сядем. Там перестрелочка будет, понимаете? Там будут эти испаньолы, короче, контролировать точку, поэтому уже готовится, что мексиканцы. Ну да, то есть эти латиносы, как их называют. Да-да-да. Латиносы, латиносы. По-моему, это немного дальше, чем я тут был. Я как-то, по-моему... Наша тактика с Феромиром — блокада машинами. А, да-да, мы, короче, выстраиваем ряд из своих тачек и прячемся за ними. Ну, это, кстати, довольно известная тактика, по-моему, такой тактика полицейские в Америке. Да-да-да. Да, полицейские в Америке. Еще прикольно было бы, знаете, как специально эти фильмы про полицейских, которые живут кончики в этом Лос-Анджелесе. Да-да-да. Знаешь, как Симпсона? Кто-нибудь смотрел Симпсона? То есть там чуваки типа живут пончики все время. Они сюда не попали. Мне показалось, ты в меня стрелял, я такой думаю, what the fuck. Эдисон нас стрелял. Кстати, видел, они хотели с какими-то дубинками на нас нападать, с штурмовыми винтовками. Я там какую-то бобину застрелил. Ой, блин, я сейчас... What the fuck. Вот это меня сложили прям. Как? Откуда вообще? А тебя тоже убили или что? Да нет, тебя как вообще убили, если я... О, вы видели, как я зашел? Нет? Нет. Давайте я сейчас на тачке просто подъеду, как опасный, такой дерзкий, резкий, как пуля резкий. А что там, кто нас стреляет-то? Так я стреляю, я отстреливаюсь. Ребятки, готовьтесь, держите меня, я заезжаю туда. Давай. What the fuck, че? Вот это за... Хорошо зашел, Феромир. Ой, меня убили. Кто меня убил-то? О, у нас больше нету возможности. У нас вот жизни, ребята, чудес. Да, ребята, будьте аккуратны, а то сейчас мы тут все поляжем, а кто тащить-то будет? Вот это точило. Ну я тащить. Все, Феромир. Там всех убили, нет? Я уезжаю. Подожди, дай я сяду, пожалуйста. Давай. Все, Феромир, не ждем. Мне поддержка нужна, ребят. Нет, Феромир, пока. Сейчас меня реально сейчас убьют, ребят, что делать-то? Машина вошли. Нет, не бросайте меня, я думал, вы друзья. Это бизнес, Феромир. Феромир, ничего личного, ничего личного. Not personal, just business, да? Ничего личного. Реально, я прям оказался в тылу врага один. Как так? Надо выбираться. Давай. Это такое, знаете, отдельное выживание, ребят. То есть вы уже ушли, а мне надо сбежать от гангстеров здесь, короче. Так, короче, прикиньте, гангстеры за мной уже выехали на машине, я застрелил их, сейчас угоню их же тачку, если я, конечно, не сдохну. Давай. Да. А мы уже доставляем. Ой, случайно. Это было больно. Да, это очень было. Так, ну все, мы уже подъехали, ты там держись, я, в принципе, уже задание должно закончить. Да-да-да, я уже, я тут, кстати, сейчас пути еще двух этих спаньолцев задавлю. Смотрите сейчас на мое лицо, вот реально, чуваки, смотрите. Вот, так, смотрите. Все, вы выполнили, как я понял? Да. А ну отлично, даже я думаю, подчекается нет, смотрите. Вау, и почему-то Феромир, не Феромир, а Злагор всегда на одном месте. То есть он всегда как-то посередине его персонаж стоит. Тем странным лицом угуином, знаете, такое диво. Так, ну да, в принципе, сейчас мы выйдем и... А тут только один магазин масок на целую карту. Ну я знаю, на Санта-Монике, может, еще есть, но я подожди, не помню просто. Так, ну я еще быстренько выберу, где это находится, и езжаю туда. Там, кстати, давай. Пляж Феромир, так что ночью может... Вот мне нравится то, что... А, да-да-да! Нам знаете, подфартит. Ну, вообще, там нужно музыку сейчас такую подогнать, такой... Оу-е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 -
Подкинь меня, Эдисон, подкинь. Оу, так это ты. Я в мусорный бак. Ты видел это? Смотри, смотри. Следы, прям мусорный бак. Так, ребятки, ребятки, так, сейчас я выбираю направление, мы туда так, короче, я знаю пароль, знаю ориентир. Давай.
О, прикиньте, мне Тревор звонит на мобилку, ребят. А мне Лестер как раз, а ну ще. Меня Тревор просит сбить ему самолеты какие-то. Может, пособьем самолеты лучше? Я не знаю, Тревору еще нужно до него доехать и так далее, так что... Ну, мы уже давно собираемся купить эти масочки, поэтому давайте... А, вау! А, кстати, у меня разблокировалась маска, короче, зеленая горилла у меня сейчас написано снизу, слева надо будет глянуть. Масочки там такие веселенькие, там всякие обезьяны, гориллы, инопланетяне, президенты, ну, в общем, что надо. Сейчас мы посмотрим, что тут. Так, ну все, мы тут. Ждем тебя или покупаем? Да, а мне быстро, мне уже, я через секунд 20 уже буду, так что можете там побегать пока что. Давай. Может, прикупим маски сразу или нет? А я просто посмотрю, какие тут есть. Блин, меня дрифтануло так немного. Ну ладно, в принципе, можете пока что там закупаться, я сейчас вас догоню. А тут масочки по 20 кусков стоят, конечно. Да, нашелся офигенная штука. Блин, а из чего они сделаны, ребят? Золото, наверное. Да-да-да, изнутри обшиты, короче, бриллиантами Сваровски, там, я не знаю. Тут такой большой выбор, ты себе не представляешь даже. Персонажи. И, ребята, я нашел шляпу своей мечты. Эдисон, зацени. Ща, я не могу. Эдисон, зацени. Фрамир. Сейчас, подожди, я сейчас себе тоже выберу что-нибудь, так. А в вязаной шапочке что? А где маски-то? Воу. Да тут много, большой выбор. Фуражки летной школы. Понимаю, а зачем мне эти... Где маски-то? В смысле? А ты где вообще смотришь? С правой стороны нужно смотреть. А, да. Ага. О, так-то лучше. Спасли меня, ребят. Черный енот за 25 кусков. Жесть. Филин. Так, надо... О, я кошечку себе выберу, все, я знаю кого. Такая, короче, киска будет, кисуля. Все, изи. Маски, конечно, дорогие, нафиг. Опа. Блин, ну, что-то у меня вот 21 штуку жаба давит, ребятки. Вот вас не давит жаба, у меня прям... Да, это реально, это дорого очень. Еще как давит. Преступление. Пацаны, зацените. Пацаны. Монстры. Так, сейчас посмотрим. Вот это у меня шляпа, офигеть. Ну монстры тут классные, реально. Так, какие-то... Я купил себе. А так, как а одеть? Персонаж. Эдисон, зацени, Эдисон. Ух ты. А я почему-то одеть не могу. Так, монстры. О, я нашел, которую мне по вкусу придется. Все, ребятки, готовьтесь. Асап, а почему я ее не вижу на себе? Азлагор, смотри. Ну, сейчас заценим. О, найс. Офигенно. Крутой. Ты какой-то эпичный. Знаешь, под мой костюм как раз так подходит, согласись. Да-да-да. Пиджачок. Всё, ребят, короче, смотрите, как у меня теперь круто. Ага. По-моему, он нормально так, да? Смотри, Фермир, подходит под мой пиджачок. Ты знаешь, сразу как убийца, реально. Да-да. То есть, череп себе надел так. Мне показалось, это, короче, какая-то бабка высморкнулась. Я не знаю. Видели это? Не, я не знаю. Она сморкается к себе в руку. What the fuck? Эй, женщина, вы же нас заразите. Мне придется вас ликвидировать, простите меня. Чтобы полиция не... Ну ладно, я ее отпустил, я промахнулся, короче, это был ее шанс. Пацаны, гляньте на меня. Gangsta bitch, motherfucker. Gangsta? Ну что, едем грабить? Ой, ты задавил. Смотрите, Фермир, я предлагаю ограбить закусочную, а на выручку отправиться сами знаете куда. Да. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Я еду за Эдисоном, да? Да. Сейчас, я выложу деньги в банк. Да, да, пока Аслагор пилотирует, а тоже сейчас свои эти мани выложит, много накопилось. Каждые 10 тысяч можно выкладывать. Чтобы не потерять. У меня там еще 1050, у меня, короче, 34 тысячи. Это еще за исключением того, что я эти купил себе масочку. Так, ну сейчас давайте я граблю. Я еще не грабил вообще. Давай. Мы тебя будем прикрывать, короче. Да. О, сейчас, кто мне звонит? Мэри Уэзер. Мэри Уэзер, это типа какое-то охранное предприятие.
Так, чему доехали уже? Так. Вот, базовый город, поаккуратнее. Извини, зацени, кто у меня гэнгста щит. Нига. Блин, Ферамир, в чем ты одежда? Что ты за маска такая, лол? Это типа принцесса какая-то, я не знаю. Так, не лайстер базарить. Все, ждите тут, я захожу. Давай. Пасный Эдисон. Они сразу видят, я захожу в маске, они сразу... А, вот так вот. Свагор, давай, короче, мексиканская перестрелка, Свагор. Да не надо. А как на них кричать, чтобы они быстрее... А это нужно через гарнитуру, через... Они так тебе выложат. Давай я тебе буду тоже под этим помогать, короче, прицелом. Кто там стреляет? Я. Ну я его типа пугаю. А, подторопил его так немного. Да, ты мне много дал. Забрал бабло? Да, 1000. Погнали. Ферамир, садись в тачку. Это Асагор дерзкий, моей тачкой управляет. Да. Ну давайте уходим. Ну я убегаю. Так, я тоже буду отстреливаться здесь потихоньку. Так, микро ПП взял, сейчас мусочку вырублю. Так, это не надо. Блин, может Ферамир, ты лучше поведёшь. Давай, выходи отсюда, тут какой-то реально корявый. Давай, сейчас я стащу. Ладно, давай, ну если еще раз такое будет, мне придется убить тебе сигнальную ракету или еще того хуже молотку. Вот так, блин, что-то было? Ты помял подвеску, Асалкор. Давайте, выключаем фары, выключи фары на H. Я выключу. Просто выйдем, все. Чего? Да так. Просто, блин, перелезьте через забор. А, ну в принципе уже не надо. Ну, что у меня за подсветка, смотри? Бросил? Ладно, я колеснулся. Так, все. Я теперь один. Forever alone. Ребятки, давайте поднимемся, короче, по автостраде этой повыше немного. И немного интригу пока что выдержим, не будем говорить, что мы будем делать, но я думаю, ребятки догадаются, когда это начнется. Ага, ну я понял. Да. И еще Злагор попой. По пути заедем в тату-салон. Зачем? Блин, я застрял. А, ну давай, поехали. Быстренько. Это, в принципе, очень быстро. А знаете что? То есть Азлагору еще вроде не открылось, но нам с Ферамиром открылось парашютное дело какое-то, где мы можем прыгать с парашюта. Она как раз, по-моему, на 12 или на 11 открылась. Да, даже раньше. То есть смотри, мы потом сходки сможем даже с подписчиками устраивать, где мы просто-напросто с парашюта с какого-то большого здания. Да, это как он, скайдайвинг называется? Да. Да, они типа падают. Это реально будет круто. Кстати, а вы случайно, Азлагор, ты или Эдисон не смотрели такой фильмец «На гребне волны»? Не слышали? Нет. Там, короче, Киану Ривз играет, и этот Патрик Суэйзи, они как раз там этот оттуда пошел этот парашютный дайвинг, то есть они там вот так вот как раз таки спускались, это очень эпично было. Не знаю. Надо будет глянуть. Не смотрел. Вау, я прям как Форсаж выскочил. Так. Фермер, как у тебя дела? Ну я ищу, говорить? Короче, ночных бабочек, скажем так. Ну мы поняли. Скажем, да. Ну да. Я уже сейчас, я уже практически заканчиваю. Давай, я тебя жду, Эдисон, я там тусуюсь. Короче, набил татухи, да, а потом пошел, короче, клеить, да? Да, блатный. Опасный Эдисон снова в деле. Так, кстати, я зря съехал с этого пляжа, потому что они как раз таки на пляже, по-моему, и тусуются, как правило, сейчас посмотрим. А, блин, это каменный, фак. Так. Я пытался протаранить каменный забор на своей тачке. Ну, скажем так, моя тачка оказалась менее прочной. Эдисон, садись, речи, я тут тебе резину жгу. Ты так весело, реально, погнали. Давай, а куда? А куда мы едем? Едьте ко мне, я сейчас ищу как раз место козырное, вы потом подъедете. Так, все, вроде бы я приехал, где мы раньше тут тусовались, тут примерно и найдем их, я думаю. Дружков наших ночных. Да. О, все, я нашел. Что было, Злагор? Что это было? Манечина. Что я сделал? Ребятки, все, я нашел. Значит, ты так водишь просто. Блин. Стой, встань. Злагор, мы же не сможем на этой машине что-то сделать, нам нужно. Прикиньте, мне надо сейчас наличить немного бабок. Давай, я сажусь. Ты другую себе найди какую-то. Гол в одну, мне просто интересно, что будет. Групповушка будет. Грязный, такой грязный. Идешь? Эдисон, ты поделишься? Да, по очереди. Ладно, я в другую тачку сяду, но все нормально. По очереди или сразу? Все, я снял, короче, зелененьких. Так, ну я тут, я рядом. Короче, нет, не спугните, что вы делаете?
Изумеры, изверги, зачем вы это... Я сейчас тут процесс шел, вы убили ее, она была совсем юной, зачем ты это сделал? Да блин! Злогор, я сейчас достану свой молоток, и тогда тебе не поздоровится, серьезно. Я достану свой кавалерийский кинжал, Ферамир. Кавалерийский кинжал? Ну, я пока что никого не вижу. Все куда-то испарились. Да вы убили единственную, короче, которая неповторимая на шоу. Неповторимая? Единственная неповторимая на пляже, короче. Ферамир, у меня тут очередь на меня, у меня три подряд стоят. Прям три. А я тоже нашел все. Три в ряд. А Злогор ко мне. Только не убей сейчас. Я не убью, я не убью. Вы засранцы сломали мне клаксон, у меня теперь клаксон не работает, лол. Бибикай, я Злогор. Мне, короче, девчонка предлагает найти сам Quiet, какой-то там, короче, place. Так что ну, так же, как в Сан-Андреас, помнишь, какое-то уединенное местечко? Уединенное, да. Так, не знаю, насколько вот это место будет уединенное. Блин, у меня полиция, фак! Да, не повезло тебе. А стоп, если вас палят с ней, то это полиция приезжает? Нет, я выкинул чувака из тачки, у меня две звезды сразу дали, я вообще хз за что. Ребят, у меня начинается интим, ребят. Сейчас. Блин, да чё бы... 18+, смотреть онлайн без регистрации. Стоять, зараза, я тебе сейчас задавлю, ты чё? Она просто взяла и вышла. Эдисон не понравился. Ребятки, у меня тут начинается, короче, как этот... Как немецкий... Жопа тебе! ...жанра. О, it's so good. Ты не дала и не достанешься никому. Прощай. Нет, хоть не оставил, Эдисон, ты чё? Так, а я знаю, может они не хотят, когда машина очень слишком побитая? Не, у меня она вообще разбитая и нормальная. Нормальная. Так у вас двухместная машина, как она к вам сядет? Не-не-не, у меня джип вообще. Так, ну эта машина будет покруче, как я понял. Так. Сейчас. Блин, у меня аж машина ходуном ходит, ребят. Блин, я хочу на это посмотреть. А там же от первого лица вроде можно. Нет, нельзя. Нельзя? А Свого короче проверял, да? Я пытался, ребят, поверьте. Можете не поверить. Так, ну короче, смотрите. Эта девочка отработала свои 100 долларов, но теперь я не хочу просто так ее отпускать, потому что это мои 100 долларов, ребят. Вы согласны, да? Как в кино, манечины всякие, да? Да, короче, я беру свою... бейсбольная бита, то, что нужно. Я беру свою бейсбольную биту. Она, кстати, краще звонит по телефону и ничего не подозревает. Прости меня, детка, прости, я не хотел. Так. О, 131 доллар из него вывалился. Так я в плюсе даже остался. Заплатил? Зарабатываем деньги в прямом эфире, короче. Отдаешь сотню, получаешь 131. Так я и разбогатился. Ферамир, надюпал. Надюпал деньги, да. Опа, у меня тоже начинается. О. Короче, тут Эдисон вставляет, короче, такую 18+, и, короче, эту музыку из немецких фильмов. Чего, типа... Цензура. Там разве музыка? Не знаю. Может быть, ты в этом лучше разбираешься. Серия будет называться Секс-ГТА 18+. Онлайн без регистрации, СМС. А мне не хватит. Чего тебе не хватит? Ну так ты сними с мобилы денег. Не, в смысле, один раз не хватит, я еще раз покупаю. Один раз не хватило, то есть такой добавочка, да? Да. За мной полицейские ведут преследование, меня это задолбало, я им сейчас дам бой. Хватит А какая разница, то есть 50, 70 или 100 баксов? Ну, блин, я не могу это говорить здесь, вот серьезно, я просто не могу это сделать. Но за 50, мне кажется, какие-то другие утехи будут. За 50, да, а 70 и 100 одинаковые. Ага, значит, я проэкспериментирую. Да. Я на самом деле могу сказать, чем отличается 70 и 100, но опять же, я это вам расскажу не на записи. Чем? Да ну скажи. Серьезно, Навикни хотя бы. Но, как бы, так, скажем так, короче, за 70 баксов это передний привод, а за 100 баксов задний. Нет. Возможно. Нет. Это, знаете, я так типа завуалировал, короче. Ребят, у меня тут так жарко, еще жарче, чем у вас там с этими ночными бабочками. Я тут, короче, веду бой с полицейскими всего штата, и они меня убили. Ну, мы развлекаемся поинтересней. Поинтереснее, да? Ребята, мне уже три раза досталось. Я вообще мачо.
А там, кстати, 3, по-моему, максимальная. Да, 3 максимум. Эй, тестостерон, короче. Так, ну живи, ладно, ты мне понравилась. Я уезжаю. Так ты сейчас ее можешь замочить, и у тебя там... Зачем? Это, блин, я как-то... не манечина, по крайней мере, ты сейчас. Ты чувак. Блин, это было обидно, я теперь чувствую себя в неудобном положении. Как мне теперь быть? Симон, задание, новинка. О, новинка? Давай дружище, нави... меня ограбили, ограбили меня на ком... Чего? Меня на ком держится все общество? Ладно. Сколько человек? 4. Давай! Подождите, пацаны, нет, я... Нет, все. Азлагор, прерываем твое утешение. Блин, да, да, ну да, блин, ну все, губу раскатал, короче говоря. Ну блин. Нет, Азлагор, хватит тебе. Вы подождете? Нет. Пока, пока Азлагор развлекается, за 5 минут спустя... О, я вижу, короче, в масочке твоей ты мне прислал приглашение, Эдисон. Ага. Эдисон опасный такой, масочка. Да, да, масочка вообще прям, прям не знаю, как назвать. Мне еще нравятся масочки с этими гориллами, ага, они тоже так, да, забавно. Ну, это уже больше пофанится просто. А я, да, так, я так серьезно, знаешь, прям совсем. О, кстати, прикиньте, у меня броник появился стандартный, то есть у меня до этого был легкий, а теперь уже третий, получается, по силе. Так, все, ребят, я принимаю, Эдисон, твое, ну, дело это. Все, погнали. Мокрое дело, так давай. А ты там свои дела закончил уже? Да. А, да-да-да. Как-то быстро. Я бы сказал, у меня 3 пауки. А, что-то как-то ты там... По Шурику так, по быстрячку прям. Да-да-да. Узишка, знаешь, такая скорострельная. Понимаешь, мы-то с Эдисоном как АВП, короче. Да, один раз пульнули, все. Она сознание потеряла. Так, садитесь, у меня тройное 4 места. Почему моя тачка где-то за полкилометра? А, ее конфисковали, лоу. Поехали. А, стоп. Там, садишься, короче, сюда? Тут кто-то оставил Ламборджини, по-моему. Это моя тачка, о, это моя тачка. Ну я прокачусь с ней, ты не против? Да едь, мне пофиг вообще. А неплохо, я сегодня тачка. Добрый, а теперь. Кстати, нам 2 машины нужно опять убрать. А, кстати, да. А хорошо, как раз ты... можно, вы можете взять одну, или да. Я там. Да, отлично, это отлично. Порешаем, да, на месте. Как-то это... Эдисон, что ты вы говоришь? Как-то не очень, да, заехали. Там прыжочек такой был. Да там Эдисон просто такой мастер. Мастер этот стрит. Ладно, ладно, я не буду ничего говорить. На самом деле я не лучше вожу, поэтому ладно. Ну, особенно я, когда я врезаюсь в вашу тачку, которая приезжает мимо меня. Да-да-да. А, кстати, по-моему, эти машины перемещаются, так что нам нужно еще их поймать будет. Да, ну, значит, ты за одной, мы за Злагором за другую. Да, да, и я думаю, кстати, вознаграждение тоже будет соответствующее, раз там 2 машины. А нет, 2 машины, это, в принципе, чтобы... Ух, как ты врезался хорошо. Да, я на карту смотрю. 2 машины, это просто-напросто, чтобы выполнить задание. То есть, если мы одну доставим, задание не выполнится. Ну да, да, нет, с другой стороны, это обычно, чем ты дольше здание выполняешь, именно, если оно достаточно трудное, то тебе и больше бабок дают. То есть, я думаю, где-то по 10 нам накинут долариев. Ну, да, наверное, да, наверное. Так, мы едем. Фу, чё-то, если я от первого лица вид для разнообразия. Ну, можно, но я не хочу врезаться все подряд. Стрелять можно, это стрелять будет, может, будет. Стрелять даже иногда удобнее, но... Я включаю вид от первого лица и показываю Эдисон флаг. А, ну так. Пока он будет... Ты за какой феромир, за правой или за левой? Быстро. А я хз, я... Куда? Ну я, короче... Феромир, быстрее. Вот вы сейчас видите, куда... Ну... Да, куда ты будешь, налево или направо? Эдисон, наверное, налево, но... Сейчас направо. Я так уже и понял. Блин, не тут надо было поворачивать, там тупик. Да. Ах, нет, сейчас тоже направо пойдешь. Я ее практически нагнал. Сейчас я догоняю. А я вот не знаю, еще я просто на карту смотрю и убиваюсь. То есть, куда она едет? Как нам скоротить путь? Как-то она, да, она очень как-то очень странно едет. Она вот вообще, сейчас... я не знаю, по какой-то автостраде, то есть... Да-да-да-да-да. Я не знаю, куда. Давай ты будешь моим штурманом. Да, вот давай сейчас налево, я думаю. Прямо на форму. И вот едь сейчас. Во-во, сейчас. Только я не знаю, где она едет. Я не знаю, вот смотри, я тебе скажу, вот сейчас налево. Давай, да налево. Смотри, она вот, же... вот, давай, давай, да вот. Нет, тут ты налево. Смотри, где она едет, она же по мосту сверху едет, мы ее никак не сможем догнать. Нам нужно тоже на мост заехать. Вот что за говнюк? Вот представляете, меня просто какой-то хрен протаранил, когда уже почти доехал. Хорошо, Эдисон, едь пока прямо, я сейчас, я смотрю. Я не мы знаю. Едем параллельно ей, в общем-то. А я не знаю. Она сейчас повернет направо, кстати. Если там будет заезд на мост, то я гляну, я тебе скажу. Да, я тоже смотрю, но я пока что заезда вообще не вижу. Я вижу заезд, но туда очень долго добираться. Нет, ты смог бы заехать сейчас. А, хотя нет, не заехал ух бы, ты, да. Ты, ну...
Алло, да. Блин! О, это мем репертуаре. А, хотя... Нет. Надо спуститься вниз, Эдисон, она сейчас будет проезжать ниже. А можно пытаться с моста сострельнуть ее? А, она поехала в другую сторону вообще, блин. Да блин, серьезно, такое ощущение, вот у вас никогда не появляется такое впечатление, что специально генерируются машины, чтобы вас сбивать по пути. Ну да. А Злагор, я не знаю, сможем ли мы тут проехать. Сможем, мы везде сможем проехать. Просто Эдисон сможет везде проехать. Эдисон как, блин, да что ж такое. Да, это как в этом Форсаже было, машины не летают, а потом, да. Короче, между башнями в Дубае. Так, сейчас, да, я быстренько посмотрю на карту. Так, спойлер от Пирамир. Да. Ух ты, Эдисон, что ж ты творишь-то? Я, короче, уже заколебался за этой машиной ехать. Ты да, кстати, как-то она тупо, причем она быстро едет в натуре. Поехали сейчас вот там, где Ферамир. У вас спорткар, вы, по идее. Да я тут не почти спорткар. Разобрался. Мы просто бы ее перехватили, но она едет по автостраде, а чтобы туда заехать, нам нужно всю карту объехать, да? Потому что туда заехать вообще нереально. Я, короче, свою тачку перехватил, ребят, так что теперь за вами дело осталось. О, молодец. Может, если что, нам поможешь туда сразу. Ну, если ты успеешь, потому что у нас тут реально хардовик. Опа, подожди, стой! Что ты сделал, Эдисон? Сейчас, короче, дядюшка Ферамир придет, затащит вам. Давай. Эдисон только что сбил полицейскую машину вообще на ходу. Как? Я вообще не заметил даже. Стоп, ты не видел там полицейскую машину? Да нет. О, смотри, мы ее еще перехватим. Да, она, кстати, не на автостраде. Сейчас налево, давай. Налево сейчас, давай. Шо, молодец, давай. Так. Если что, сразу из пистолета буду по шинам стрелять. Кстати, мне кажется, она остановилась. Да твою мать. Так если вы понимаете, что вам потом на ней ехать, если вы ее сейчас убьете в ноль, как вы ее потом довозить-то будете? Она остановилась, Эдисон, так что все клево. Так, я давайте не вы стреляй. Ее с одной стороны нагоняйте, а я с другой. Хорошо. Она поехала, не стреляй пока. Направо сейчас. Нужно как можно ближе к ней подъехать. Да. Вот, стой. Вот это стреляй, вот желтая, да? Стреляй, вот она. Стреляйте же? Сейчас, я скажу. По шоферу или по колесам? Кого стрелять? Да по шоферу, стреляй. Зачем по колесам? А, во, она точно на спорткаре, я тут сейчас заметил. Да блин, да что за фигня? Давайте, да блин. А знаете, как это... Я убил. Все, молодец, давай, палим. Ну давайте, короче, посадитесь, я на свои тоже. Блин, да меня машина сбила, пока я вылезал. Что за бред? О, Ферамир, здорово. Здорово. Как ты здесь оказался? А ну ладно, я вперед поеду, потому что вы меня, скорее всего, обгоните, потому что у меня полная какашка по сравнению с вашей тачкой. Ну да, кстати. Нам это нужно еще седан. Убежать от полиции. Да, там. Нужно еще убежать. Я почему-то у вас сколько, две звезды, одна звезда? Одна пока что. У нас одна, да. Ну это легко будет. Если вы их встретите, то будет две. Да. Машина так, классная. О, все. А, довольно быстро, кстати. На так. Изи. Ну мы ее дольше догоняли, чем. Да. Ну у меня-то обычный седан, а вам пришлось спорткар догонять, так что это понятно, где очень тяжелее задача. Да. А мы еще и на джипе ездили. Да, мы на джипе, мы и на спорткаре ездили, поэтому. Блин, что-то я чувствую себя каким-то, знаете, типа easy core, там easy, а у вас хардовый, я типа выбираю легкий путь, а мне это не нравится, короче. Мы же не знали, мы же со Злагором тебе выбор давали на начале, пару раз спрашивали, да, за какую, за левую, выбор за правую, да. Ты уже я уже доехал, да. Да, вот я вот прямо нам сейчас доехал. Так, я не туда поверну, нам еще. Давайте, я вас жду. 700. От полиции вы уже укрылись, да? Да, давно уже. Окей, я тут вас ожидаю. Пока я вас ожидаю, ну ладно, я прохожих убивать не буду, а то у вас еще проблемы начнутся. Ну да. Да, не ну, стоит. Ну только немного бейсбольной битой. Ну чуть-чуть, вообще чуть-чуть. Так, немножко, там. Ну. Парочку. От первого лица, чтобы ребят порадовать. Короче, чувак какой-то ест, короче, пончик, и он... Давай, мотоциклиста сбей. Я хотел, но... Что ж ты так, Эдисон, ну... Там же машина, мы бы лобовое. Мне кажется, что он на меня как-то неправильно посмотрел, у него ко мне было что-то личное. Так. Обращение к подписчикам. Вы готовы посмотреть на мое лицо? О, да. А у меня маска пропала. Смотрите на мое лицо сейчас. А, я же, наверное, в бандане буду. О, ты... Посмотрите на мое лицо, боже. Ты превратился в какого-то, не знаю, кого-то помолодел лет на 10 или перестал. Да, да. Ой, 11 тысяч, ребят, денег. Да, неплохо. Почти 11. Да. Круто. Мне такие миссии нравятся, когда много денег дают. Так, может... Нет, с парашюта давайте уже в следующей серии. Да, я думаю, в этой уже нормально мы тут покатались. Мы там пострелялись и многое другое. И да, даже ночных бабочек половили, так что о, я думаю, точно. Получилось это офигенно. Я думаю, многим это понравилось. Лайк за это, ребята. Да, потому что не каждый день такое увидишь.
Это эксклюзивный репортаж мы провели с вами. Тройное пробивание у нас было у каждого. Triple penetration. Блин, это было опасно. Так, ну все, в принципе, на этом давайте уже заканчивать. Давайте сейчас типа прогрузимся в мире, там, по это финально, короче. Ну встань с другой стороны, Эдди. Смотри сюда. Я смотрю. Нормально? Эдди, я нормально смотрю в кадр? Нет, ты иди чуть-чуть дальше, то есть с другой стороны. Ну, в смысле, отойди немного, то есть справа от Фирамира, чуть-чуть отойди. А, я понял. Сейчас смотри в камеру, да, вот так. Мы реально как банда какая-то. Сейчас, подожди, я развернусь, я развернусь. Во, вот так, все, я делаю. Супер. Во, класс вообще получилось. Так, сейчас один, два, пять. Давай с пистолетом, ребята. Да не, я уже... Когда я пистолет кверху поднимал, вы помните? Так, ребят, короче, теперь моя очередь, но в фасета. Так, кстати, вот встаньте за моей камерой, вот когда я смотрю вот на фоне тачи. Эдис, Эдис, вот этого момента. Так, на фоне... О, давай опасный, с пистолетом, короче, давай. И этот, Ты с базукой? Так, все, отличный кадр. Так, сейчас еще Эдисон, посмотрите кадр. Все, вот идеально. Маячина. Ай, и ты в этот момент, Асмагороч, пистолет протянул так вперед, короче, вообще, лол. Опасно прям. Ну все, сохраняем. Ну чё, ребятки, в общем, я думаю, можете сейчас уже прощаться. Да? What the fuck? Вот это прощение, мы с жизнью, по-моему, попрощались. И главное, все трое одновременно. Да, на тот свет. Ну, в общем, ребятки, я думаю, что вы нормально провели этот выпуск. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии с вашими никами, если хотите вступить в банду, и другие комментарии. А, точно, мы же забыли банду создать в этой серии. Да, потому что если у вас есть GTA и вы хотите поиграть с нами, то есть такая игра от подписчиков будет, то пишите ваши ники в комментариях, мы вас добавим в друзья, в банду, и будем играть вместе. Ну а на этом мы, наверное, прощаемся. Да. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи, всем пока. Пока, ребят.